Короче, получается, суть такая. Компания Jinko Solar именно выпустила на рынок солнечные панели на 66 элементов. И, если я не ошибаюсь, мощность этих панелей находится в рамках 300 с чем-то до 400 с копейками. Вроде бы, если я не ошибаюсь, это 350-370 ватт и 420. Но я могу ошибаться. На сайте производителя, например, на официальном, даже когда они именно выпустили в свет эти солнечные панели, были рекламные брошюрки этого. Ну, кроме этого, ничего не было. И мне понравилась сама идея, потому что я понимал смысл именно этих панелей. А в чем заключается смысл? Потому что большинство из вас не владеет информацией, а многие авторы заблуждаются насчет срока жизни солнечных панелей и их деградации. И вот именно в связке последовательно соединенных или параллельно соединенных это очень сильно будет заметно в ближайшие, например, 5 лет. Прям заметно. А в ближайшие 7 лет будет очень сильно заметно, прям невооруженным глазом. Конечно же, если вы за этим следили. Если вам кто-то эту систему поставил и сказал, вот она у вас работает, и вы видите, что она у вас работает в первый год, вы дальше к ней не подходите, пока с ней не случается либо форс-мажор, либо что-то там. В общем, вы к ней не подходите, и, соответственно, вы не можете контролировать. Вы знаете, что там примерно, там через года, естественно, вы же вряд ли эту информацию запомните, какая мощность, какой ток у вас, какое напряжение было. Вы просто смотрите, какая экономическая целесообразность в конце каждого месяца, сколько вы, например, сэкономили, да, установив такую систему, или как она вам помогает в быту, вы не обращаете внимания, потому что она способна работать без участия человека долгие годы. И вот вы подходите в течение там прошедших 5-7 лет, да, первый раз за это время, и вы смотрите на показания, и да, у вас экономия как была такая, да, плюс-минус там сколько-то, в зависимости от ваших потребителей, так и осталось. И вы такие говорите, что да, у меня деградации никакой нет. Но это в корне неправильно. Если вы возьмете панель и изначально замерите мощность, эталон, например, при вот такой погоде, когда выходит солнышко из-за тучек, да, когда толеранс максимальный, вы можете именно увидеть эту деградацию спустя года, если, достав из коробки солнечную панель, замеряете эти показатели, пишете их, заклеиваете скотчем, пишите, дублируете, потому что я уже понял, что через 3-5 лет оно выгорает, оно выцветает и просто потом нечитаемо становится. Можно нацарапать где-то на профиле, это подсказка, да? И потом измеряете через 5-7 лет, и вы видите реально, как ухудшается именно эффективность работы панелей. При этом самое интересное, что на солнечных контроллерах именно ШИМ будет заметно не то чтобы напряжение, а ток. А вот на МППТ контроллерах будет заметна мощность. Потому что МППТ работает по другому принципу. И на МППТ вы увидите падение мощности, а именно на ШИМ вы увидите падение тока. А напряжение останется в рамках допуска. Потому что большинство этого не знает. ШИМ работает с подключаемой частотой к солнечной панели, да, то есть он не просто открывает транзистор и солнечная панель подключается к аккумуляторам, он путем ШИМ-сигнала полосу пропускания регулирует открывание транзистора, и таким образом напряжение относительно мощности или нагрузки, в качестве которой служит аккумулятор, можно варьироваться от холостого напряжения, которое, естественно, выше, до минимального напряжения, например, короткого замыкания. Опять-таки, короткое замыкание – это напряжение аккумуляторной батареи минимальное. Это я вам, опять-таки, образно говорю, если кто не понял. И получается, если мы с вами берем 60 элементов, ну, был раньше такой, и, в принципе, до сих пор есть люди, которые берут панели на 60 элементов, потому что они дешевые, они доступны, и переделывают их непосредственно в 12-вольтовые. Например, по моей методике, по другой методике, по своей методике. И получается, что на выходе? А на выходе получается напряжение примерно 14 вольт. В холостом режиме может достигать до 15 вольт. Это мало.
Соответственно, через 4-5-7 лет вы увидите, что напряжение это будет в районе 13-12 с чем-то вольт, это мало. Но если мы с вами берем уже панель на 66 элементов, то, соответственно, это напряжение, что? Оно будет, естественно, выше. Оно будет составлять уже не 13-14 вольт, а 15-16 вольт. То есть это хорошо. А панель, например, на 36-72 элемента, она у нас выдает рабочая, получается, 17,5. То есть и поэтому, когда мы берем с вами панели на 36 элементов или на 72, их деградация меньше. Но при связке подключения непосредственно с большим мощным оборудованием, это инвертора на 500 вольт, на 900 вольт, на 1000 с чем-то вольт, на 150 вольт контроллеры, которых работают, да, например, гибридные инвертора, в которые подключаются солнечные панели, и там есть МППТшник, он может работать на 100 вольт, на 120, на 150, на 200 с чем-то вольт и на 500 вольт. И вот когда вы соединяете последовательно, это тоже очень важно. Использовать именно правильные панели, именно в расчет на будущее. Если у вас связка от, например, 450 вольт и выше, то там особо смысла нет заморачиваться, и вы просто по мощности проиграете, потому что там контроллеры ограничены током. То есть, если у нас с вами последовательно панели соединяются, да, там ток, например, минимальный или максимальный будет, например, 8 ампер, а максимальный 10, да, или максимальный 10, а минимальный, например, 6. И то есть вы в этом диапазоне уже не вкладываетесь в большинство солнечных панелей. Вам необходимо панели брать по току, а потом уже по напряжению. И исходя из этого, получается, что на 72 элемента солнечные панели покупать невыгодно и ставить в эти системы, потому что даже если они деградируют, у вас контроллер работает на пределе. То есть в этих контроллерах, опять-таки, несмотря на то, что я говорил в самом начале ролика, есть такая фишка, что в современных инструкциях, и в старом ролике я говорил это, что производители неправильно переводят инструкции, и там, где номинал, это максимальное значение напряжения. Там, где номинал тока, это максимальное значение тока, при котором срабатывает уже защита, или до которого доводить контроллер, именно устройство сетевого, или контроллер какого-то гибридного сетевого или гибридного инвертора не рекомендуется. Он работает на пределе и может выйти из строя. Большинство людей, конечно же, понимает, что, как они говорят, ну у меня же работает. Но если по факту производитель специально так делает, чтобы у вас работал, да, то есть в случае каких-то форс-мажоров, там, с погодой, с солнцем, с инсталляцией, когда у вас мощность какая-то прилетает, или напряжение, аккумуляторы вышли из строя, напряжение на них зашкаливает, они могли бы вот безболезненно для себя отработать это все дело и не вывести, тем самым оборудование должно дольше прослужить. Но по факту получается, что люди думают, что так и должно быть, да, и используют неправильное оборудование, и из-за неправильного перевода существует неправильное мнение. А из-за непонимания того, как оно подбирается, существует вот то, что существует. Мне всегда было интересно, знаете, тоже не замечайте последовательности, да, когда раньше мы вели диалоги о том, что вот хорошо было бы вот так, потому что мы наблюдаем вот такую тенденцию. И все такие, да-да-да, хорошо, а потом все забывают, а потом хлобысь, и на рынок в другой совершенно стране выходит то, о чем мы говорили. Это вот помните, как инвертора выпустила, например, компания, да, по типу УПСника, только включает-отключает сеть. Но к сети не было режима байпас, он как бы не подключается. Но у нас была идея реализовать автоматику. Например, я реализовал автоматику, которую многие повторили, и это зашло. И большинство людей стало искать инвертора непосредственно, у которых есть такая возможность, да, или возможность переделать его таким образом, чтобы он просто переключался либо на сеть, либо обратно. И мы получаем в итоге с вами то, что через время выходят инверторы с режимом байпас. Совпадение? Не думаю. То есть, что бы мы ни делали, о чем бы мы ни говорили, какие бы мы странные фантазии не высказывали, через какое-то время производители в Китае смотрят, что на это есть спрос, и достаточно большой, и это предложение весьма интересно, выпускают на рынок что-то, что
реально очень круто, потому что в будущей или в далекой перспективе, если мы с вами рассматриваем не на год систему, да, что она у вас будет работать 5, 10, 20 лет, что вот в этом именно далеком промежутке времени это выигрышная комбинация подобного решения. И я так скажу, что когда раньше выпустили на рынок первые инверторы с контроллером на борту, непосредственно с работой с сетью, с возможностью выбора и скорости переключения как аккумуляторов, когда у нас компьютер и электроника пошла именно в массы, да, то есть инверторы первые не справлялись, компьютеры, например, перезагружались, да, из-за того, что для блоков питания, для электроники был заметен переход от сети до аккумуляторов, до преобразования инвертора. Но потом технологии не стоят на месте, эта скорость переключения уменьшилась, тем самым оборудование уже стало работать незаметно. То есть работает оно от сети, либо от аккумуляторов, либо от солнечных панелей. И это весьма очень классная перспектива. Это называется прогресс. И когда люди не понимают, что такое прогресс, и что это придумывают просто люди, или еще кто-то, или еще что-то. Нет, на самом деле это придумывают сами люди, которые комментарии, темы или видеоматериалы штудируют производители и смотрят для себя интересные решения. Вот как-то так. И я считаю, что вот именно за солнечными панелями на 66 элементов я бы сделал это такой ГОСТ, да? Но этот ГОСТ именно для систем на 24 либо 48 вольт. А вот на 12 вольт я бы делал, например, 36, это вот ГОСТ, это нормальный ГОСТ, именно 36. Соответственно, под 12-вольтовую систему именно 24-вольтовые панели на 72 элемента – это ГОСТ. А вот, например, 24 вольта сетевые, вот именно на хай-вольтаж, там 150, 500 и 900 вольт, я бы уже делал солнечные панели, например, на 66 элементов. Это достаточно выигрышная комбинация и по току, и по напряжению. Потому что ток будет повыше, и напряжение будет повыше. Вот чем на 60 элементов. Но тут я, наверное, неправильно сказал, потому что ток будет повыше. Вот если мы сравним на 60 элементов, да, мощность панели будет повыше. Мощность панели будет повыше. А если мощность будет та же, то у нас ток будет меньше, а напряжение выше. Таким образом и потери у нас будут меньше. Наверное, так будет правильнее. Ну, короче, вы выберете для себя то, что вам подходит. Я для себя, честно говоря, вынес очень много из этого всего, то, что происходит. И так скажу, что это весьма здорово. Вообще, что производители не стоят на месте. И помимо внедрения новых технологий, именно новых технологий в солнечной индустрии, а я уже говорил и показывал вам модули, которые имеют КПД выше 47% вроде бы, и что у Китая есть запас по технологиям на многие-многие годы, но тем не менее это весьма круто, что эти технологии всегда приходятся в нужный момент времени, потому что появляется много оборудования, которое весьма интересно. Ну, это чисто мое сугубо личное мнение. Да, кстати, вы не забывайте, что солнечные панели на 60 элементов и на 72 элемента очень сложно подобрать для того, чтобы подключить эту цепочку последовательно. А тем более, если у вас будет три варианта. Это 60, 66 и 72. То есть подключить их последовательно, даже если у них указан один и тот же ток, нереально, потому что у каждой из этих панелей фактически ток будет отличаться. Не стоит забывать, что времена, когда писали реальный ток, который соответствовал солнечной панели, но соответствовал в меньшую сторону, прошли. То есть вы помните мои обзоры и тестирование солнечных панелей, где я тестировал солнечные панели именно по напряжению и по току. И солнечные панели по току, например, 50-100 ватт, 190 ватт, другие панели 150-ки, они были выше по значениям. То есть фактически, да, написано при 6 ампер, мы получаем там 6,5 или 7. По факту сегодня, на сегодняшний день, если вы приобретаете панель, и там написано 8 ампер, получить 8 ампер, ну просто нереально. Отсюда
Из-за того, что люди опять-таки не знают, получаются новые мифы, сказки, легенды и так далее. Короче, вот как-то так. Вот такая вот маленькая новость. В общем, я считаю, это круто. Если ведущая, достаточно крупная в мировом сегменте компания, выпускает такие солнечные панели, это значит, что они реально появятся на рынке, а у нас, например, в России их точно продают. Я знаю компании, которые именно этот бренд, ну, позиционируют и продают. Значит, у них в ближайшее время, ну, опять-таки, может быть, уже и появились эти солнечные панели. Так что, если вы ищете какой-то середнячок по напряжению между 60 элементов и 72 элемента, знайте, он есть. Это весьма круто, и у вас есть выбор. Плюс, это новая технология, не перк, там перк 3.0 уже, наверное. Так что, может быть, кому-то эта информация пригодится. Но, опять-таки, если вы еще не собрали солнечную станцию, у вас выбора гораздо больше. И я еще раз повторю. Смотрите, сегодня вы не хотите собрать солнечную станцию, но у вас в планах, чем позже вы ее соберете, тем больше выбора и оборудования у вас будет по отношению, например, к тем людям или даже вот когда я начинал заниматься, к тому времени, когда я начинал заниматься. То есть на сегодняшний момент времени прогресс просто налицо. Если вчера этой технологии не было, этого оборудования не было, сегодня оно появляется. Завтра появляется другое оборудование. Так что если вы просто откладываете, но собираетесь, это наоборот вам плюс. Если вы приобрели солнечные панели, и они у вас стоят в темноте, где-то там в гараже, и вы думаете, они испортятся или еще что-то. Нет, наоборот, пока вы их не поставите, эти панели деградировать не будут. Это чисто мой опыт, мое мнение. И я всегда так говорю, что, ребят, лучше лишний раз не вытаскивайте из коробки, потому что в будущем я вам расскажу, и вы будете очень сильно некоторые опечалены. Но я смотрю, эта тенденция идет, и люди начинают читать эти старые информации, старые статьи, без подкрепления видео, фото, данных именно замеров, и получается, люди разносят сказки, легенды, сказания, вот как-то так. Ладно, на этом все, я говорю пока, до новых встреч, всем удачи.